Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, что творится прямо сейчас с вашим мужчиной. Он мечтает о вас, девочки. Мечтает, прям замечтался. Совсем. Что с ним еще творится? Прям карты выскакивают, страдает, переживает, мучается. Что ж вы так мужчину, тяжесть у него на душе от чего-то. Что ж вы так мужчину заставляете мучиться и страдать? А почему страдает-то? Хочет приехать, почему-то нет у него возможности к вам приехать. Может быть, собственно, сам виноват, потому что сдержан достаточно, да? Сам в эмоциях или действиях, да? Вот, то есть мечтает, там себя накрутил, возможно. Да, вот как-то вот он, я вижу, что не проявляет. То есть хочет, страдает, а действий я не вижу. А вот как-то вот он сдержан в действиях. Хотя вот в мечтах, наверное, уже и семью с вами построил. Переживает, переживания у него очень сильные, считает, что вы как-то для него недоступны. Девочки, ну если мужчина нужен, там, помашите ему ручкой, спросите, как дела, да, потому что, ну, как-то вот он сдерживает прям себя для того, чтобы вам не написать, не позвонить. Страдает, чувствует себя прям ненужным, да, считает, что вы там такая звезда, вот, и, а он как-то вот вам, ну, никак, да. Причем, интересно, если вы с мужчиной в паре, то тут может быть работа, там, возможно, у него очень много работы, и никак он не может вырваться. Вот такой еще может момент. И от этого, может быть, страдает и боится, что вы потом обидитесь. Вот, ну, как бы вот такой момент. Поэтому проявите понимание в отношении мужчины.